У меня прагматичный вопрос. Как устроиться к вам на работу? Прислать резюме и ссылку на ваши работы, встретиться, пообщаться, потом попробовать что-то сделать за деньги, а потом попробовать эти деньги получить, и все. На самом деле у нас на сайте там есть такая форма, там можно написать, действительно, прислать резюме, если кому-то интересно. Все работает, пожалуйста. Нет, да, как бы на самом деле, вот смотрите, моя, вот зачем мне вот это вот все? Что я с вами тут мерз на морозе и по скайпу разговариваю? Меня заставили с одной стороны, а с другой стороны, мне очень нужны, в общем, талантливые, профессиональные или хотящие стать профессионалами молодые люди, которым есть что сказать в своей профессии. Мы работаем очень много, очень тяжело, это правда, но просто народ на стенах, как нам тяжело, но интересно. И это единственное, что позволяет нам что-то реально прет, ну просто действительно интересно.